В прошлом году торговый, политический, военный, культурный партнер Кыргызстана. Это все про Индию, поэтому Национальный день Индии в Бишкеке отпраздновали с особым чувством. В прошлом году объем двусторонней торговли между Кыргызстаном и Индией приблизился к 100 миллионам долларов США, но остается значительно ниже своего потенциала. Индия и Кыргызская республика активно сотрудничают в ряде других областей. Ежегодные индийско-кыргызские учения сил специального назначения «Канжар» проходят сейчас в Индии и отражают наши общие убеждения в борьбе с угрозой терроризма и экстремизма. Регулярный диалог между Советами Безопасности Индии и Кыргызской Республики является еще одним аспектом стратегического партнерства между нашими двумя странами. Отдельного внимания в кыргызско-индийском партнерстве заслуживает программа технического и экономического сотрудничества. Ежегодно в рамках нее Кыргызстану предлагается 100 мест для обучения в ведущих учебных заведениях Индии. За последние три десятилетия более 1600 человек из Кыргызской республики прошли обучение в Индии. Многогранное сотрудничество во всех сферах тоже. Мы являемся вместе членами ИШОС. Индия является еще членом G20. То есть, другими словами, мы на этих полях, значит, имеем возможность, так сказать, обговаривать наши программы. В частности, сейчас идет речь о том, чтобы Индия готова выделить кредит, большой кредит, где-то 200 миллионов долларов, но я думаю, что это показывает, что Индия сегодня готова к тому, чтобы уже помогать другим странам, то есть на такой уровень вышли. Хорошо развит и туристический поток между двумя странами. Возобновление электронной визы в Индию для граждан Кыргызстана и 7-дневного безвизового режима для некоторых категорий владельцев индийских паспортов способствует обмену туристами. Мы благодарны правительству Кыргызстана за заботу о благополучии индийской диаспоры численностью 16 тысяч человек, включая наших студентов, изучающих медицину в университетах Бишкека, Канта, Иссык-Куля, Оши и Джалалабада. Исторически Индия имела тесные контакты со Средней Азией, особенно со странами, которые были частью Великого Шелкового пути, в состав которого входила территория современного Кыргызстана. Связь с Кыргызской республикой у Индии традиционно всегда теплая и дружеская. Екатерина Токамбаева, Мухтар-Ул Умурбек, ТВ-15.